После введения санкций российская компания «Урса Групп» приобрела у европейских фирм партии верхней одежды и организовала в регионах России работу выездной выставки. Одна из таких начала работу в Мончегорске. Коллекции будут представлены с 5 по 9 июня включительно. Закрывая свои магазины в России, иностранный бизнес столкнулся с определенными трудностями, например, невозможностью вывести продукцию обратно в Европу. Хранить вещи на складах нецелесообразно и нерентабельно. Логичнее в этой ситуации было найти российских партнеров, которые бы выкупили товар. И компания «Урса Групп» приобрела крупные партии премиальной одежды. Наша компания «Урса Групп» выкупила товарный остаток в закрывшихся магазинах в Санкт-Петербурге и распродает весь остаток со скидками от 40 до 70%. То есть представлены канадские, финские аляски, скандинавские пуховики, облегченные дубленки. Но большой акцент мы делаем именно на демисезон лета. То есть это кожаные куртки, плащи, пуховики, летние ветровки и штормовки. Размерный ряд от 40 до 74 размера включительно. Представляю вашему вниманию кожаные модели от компании Sunshine. Данные модели выполнены из натуральной телячьей кожи, обработаны полифит маслами. Идеально подходит на демисезон весна-осень, также и на лето. Вот. Из преимуществ у данной модели затяжной пояс, то есть на кунисках его можно подтянуть. Вот. Цветовая палитра представлена в разных цветах. Замечательный магазин, мы уже здесь не первый раз в этом магазине. Уже приобретали здесь куртки. Вот и все. Как качество курток? Качество очень хорошее. Только 5 дней с 5 по 9 июня включительно нордическая выставка ждет гостей с 10 до 20 часов. Коллекции брендовой верхней одежды будут представлены со скидками до 70% в Мончегорске на центральной площади в торговом доме «Дружба» по адресу проспект Металлургов, 34, цокольный этаж, ориентир «Воздушные шары».